На канал «Экзегет» поступил следующий вопрос. Как преодолеть ревность прошлому жены? Ну, я бы добавил, наверное, еще и к прошлому мужу. Почему обязательно жены? Вообще, как преодолеть ревность? Начнем с того, что ревность – это совершенно такое нормальное, естественное чувство. Я бы сказал, даже не чувство, а сила души, который Господь вложил в душу каждого человека. Но что такое ревность в идеале? Это когда мы ревнуем, как сказано в Библии, о даровании больших. Так учит апостол Павел. Когда мы с вами ревнуем о том, чтобы Богу угодить. Когда мы по-доброму ревнуя, мы учимся подражать нашим святым или каким-то авторитетным людям, которые живут в благочестии и чистоте. Вот что такое ревность изначально. Но, к сожалению, если человек живет невнимательной жизнью, то по действию дьявола вот эти добрые начала, живущие в душе, они извращаются в противоположном направлении. И человек начинает ревновать, не доверять. Ревновать – обижаться. Ревновать – представлять дурное. Фантазировать на тему дурного, зачастую нечистого. И вот уже незаметно человек погружается в эти фантазии. Он живет в своем мире, который сам придумал. Он страдает от этого мира плохо. Но он ищет новые детали, а дьявол эти детали ему подбрасывает. Новые обстоятельства вот этой мифологии, которая выстраивается в голове. Поэтому надо всегда постараться менять эти дурные мысли на хорошие. Если обижаемся, то вспомним, что разве мы святые, разве мы не нуждаемся в прощении? Будем прощать, и мы будем прощены. Если подозреваем в чем-то, то опять же, будем думать о хорошем и представлять хорошее, и верить в хорошее. Вот что веришь, то и получишь. По вере вашей, Господь говорит, и будет вам. Веришь в человека и увидишь самое лучшее в его душе. Подозреваешь человека и будешь жить в фантастическом мире разных дурных, ложных, нечистых представлений, которые вложит тебе сам дьявол. Поэтому всегда нужно думать о людях хорошо, тем более о родных и близких людях. Помни, что каждый человек имеет право и на ошибки, и каждый человек сам поправляется в своей жизни. Каждый человек может покаяться, и кается, и меняется. Вспоминается, как сказала своя блаженная Матрона Московская, она говорит, что каждая овечка будет повешена за свой хвостик. Ну что тебе до другой овечки? Ты думай о себе, смотри, насколько ты далек от Бога или близок к Нему. Что тебе мешает прийти к Богу? Какие дурные чувства от тебя раздирают? Поэтому таким образом будем смотреть вперед, не оглядываться назад, ничего себе не представляя, не фантазируя. Будем стараться думать о людях хорошо и особенно о близких людях. Особенно в семьях и о женах, и о мужьях. Пусть все наши прихожане, пусть все христиане думают во Христе. Думают только доброе. Думают только то, что Богу угодно, не оборачиваясь назад. А Господь и говорит, никто, возложивший руку на свой плуг и озирающий назад, не благонадежен для Царства Небесного.